Виталий, приветствую тебя. Традиционно наша в понедельник с тобой встреча, которая открывает всю неделю, когда мы только готовимся к событиям на повестке стоящим. Хорошо то, что у нас есть возможность с тобой видеться чаще, чем, опять же, с некоторыми партнерами компании Markets, с которыми мы готовим такой контент. И вот эта более частая встреча, опять же, позволяет детальнее оценить и технический фон, и фундаментальный, то есть держать руку на пульсе и, разумеется, давать более актуальные рекомендации и сделки, которые имеют очень хороший потенциал для наших подписчиков. Поэтому тебе, конечно же, огромная благодарность за то, что ты находишь время для этого. Ну а по поводу основных событий этой недели. Это заседание Европейского центрального банка в четверг. И еще, друзья, будет заседание Центрального банка ОНА в среду. Это интересный фон, учитывая то, что в обоих случаях сейчас идут спекуляции на тему, пришло ли время для того, чтобы соответствующие регуляторы уже начали менять политику в сторону проведения более жесткого курса, то есть последовательный отказ от экономических стимулов, выход из программ количественного смягчения и повышение процентных ставок. В общем, точно такая же басня, как и с Федрезервом, потому что ковид постепенно отступает, и пора бы уже наводить порядок, посмотреть уже на реальные последствия залитых экономик деньгами, к чему это в конце концов приведет, насколько масштабным и страшным будет кризис, который неминуемо должен накрыть экономику мировую и стать логическим продолжением вот того бардака, который был основан на вот этих беспрецедентных мерах стимулирования. Но это, конечно же, разговоры все-таки на долгосрок, на основанные на сделке именно долгосрочного характера. Я сейчас предлагаю вернуться к краткосрочным тенденциям, посмотреть, что есть на рынке сейчас. Давай так, демонстрация экрана. Так, друзья, начнем с американского фондового рынка, который я рассматриваю через индекс S&P 500. Сейчас котировки 4540, и фактически можем говорить о том, что был обновлен очередной максимум. Ранее, несколько недель назад, мы актуализировали ситуацию по фондовому рынку, говорили о том, что очень хороший потенциал есть на обновление, потому что фонд сейчас не располагает к продажам, а на сезон квартальных отчетов он только лишь подогревает вот эти инвесторские настроения, потому что вместо плохих отчетов, как полагали многие, что третий квартал – это, в принципе, квартал слабости американской экономики, и должно было это все заметно быть через корпоративные бумаги, отчетности и стоимости акций. Но все не так плохо, как ожидали, потому что из более чем 100 компаний, которые уже отчитались, подавляющая часть результатов превзошли ожидания. Я думаю, что уже точно можно говорить, что такая тенденция, она не случайна, то есть слишком много компаний уже представили отчетности. Это тенденция, которая будет такой прямо до конца этого сезона отчетов. Поэтому, основываясь на ожиданиях дальнейших хороших релизов от корпоративного сектора, я думаю, что у фонды сейчас вообще не будет причин, чтобы сдуваться. Был один риск, связанный с Evergrande, вновь актуальных разговорах о дефолте, но, как многие знают, каким-то чудом, компания смогла осуществить платежи по первым купонам, которые от нее ждали там на 85 миллионов долларов. Это капля в море, конечно же, учитывая долг 300 миллиардов, но, наверное, хоть что-то. По крайней мере, дефолт на пару недель отсрочен, и в ближайшие вот эти несколько недель я не жду какого-то страшного форс-мажора. Короче, по американскому фондовому рынку, друзья, для тех из вас, кто еще вне сделок, можно рисковать и брать фонду прямо с текущих уровней, уже с целями. Тут, наверное, нет смысла обозначать какие-то цели повыше, потому что это уже будут уровни, которых никогда не было по СНГ. Так, по поводу других сделок. Нефть, я все пытался подловить по более низким уровням Brent с 82 долларов за баррель. Ну, вот до туда рынок при всех тех коррекциях, которые мы видели за последнюю неделю, не добирался. Сейчас уже 85-21.
Предлагаю все-таки немножко подтянуть отложку в район 83-50. То есть это отложка buy limit с целями уже новый многомесячный максимум в районе $88 за баррель и стоп-лоссов на отметке 82-50. В целом по нефтянке фон абсолютно такой же, как был неделю назад, 2 недели назад. Глобальный топливно-энергетический кризис, ожидание снижения запасов, которые доказывают то, что спрос остается на высоком уровне, и предложения, которые не дотягивают до спроса. Об этом мы можем судить на основании последнего отчета ОПЕК, потому сколько страны ОПЕК добыли в прошлом месяце нефти, и последний отчет Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов, что в целом является предвосхищающим признаком того, что объем нефтедобычи в Штатах будет оставаться в вялых темпах роста, скажем так. Так, другая сделка, австралиец, который был с целями 0,75, эта сделка отработала, цель достигнута. Допускаю, что рост австралийца продолжится и дальше, но новых сделок пока открывать не буду. Предлагаю еще посмотреть на британскую валюту, именно с учетом того, что на прошлой неделе было очень много отчетов по английской экономике, которые, конечно же, сейчас анализируются не только с точки зрения того, как чувствует себя сектор отдельно британской экономики, но еще и с позиции того, как эта статистика повлияет на решение Банка Англии по процентной ставке. Производственный индекс сферы услуг – это все отчеты пятницы, классные релизы. До этого, напомню, были спекуляции, из-за которых фунт, собственно, и добрался до отметки 1,3850 на тему, что точно в начале ноября Банк Англии поднимет процентную ставку, потому что это допускал глава Банка Англии Бейли. Сейчас, после выхода отчетов, я думаю, что вероятность этого еще больше выросла. Поэтому, друзья, сделка будет buy limit с отметки 1,3730, стоп-лосс 1,3660 и take profit 1,40. Виталий, слово тебе. Так, всех приветствую. Так, подскажи, Артем, видно ли рабочий Да, экран уже мой? загрузился. Так, ну, по поводу, скажем, не согласен с тобой по поводу того, что коронавирус прошел у нас. Возможно, в странах Европы и там США он прошел, так скажем, ну там выполнили процентов 70-80 вакцинации. Был интересный момент в США, кстати, изучал сегодня информацию утром. Как мы знаем, Байден издал указ, я не знаю, какого он формата, там закон или чего там, или просто как и у нас в стране, чи все через, скажем, делается без законного, просто какими-то актами делается, что должны все вакцинироваться. И был один интересный момент в одной авиакомпании, забыл как название, местная какая-то американская, и ну, там сказал президент этой компании, что нужно всем вакцинироваться, потому что не будем работать. Ну, и там есть такой закон в США, когда ты себя плохо чувствуешь, да, то ты можешь остаться дома, не идти на работу, и за тобой сохраняется заработная плата. И что сделали сотрудники этой компании? Они все так сделали. Не вышли никто на работу, да, то есть это было недавно. Никто не вышел на работу, и все такие пассажиры в аэропорту такие: «Чем мы не летим?» Ну, эти такие: «Ну, плохая погода, а почему другие летают?» Ну, и так они посидели, посидели, и этот президент компании такой: «Ну, ладно, это не будет никакой принудительной вакцинации, да, можно работать». И уже начали отказываться и другие компании, там, American Airlines и так далее. То есть, ну, будем следить, смотреть, как с этим борются, да. Очень интересный момент по поводу губернатора Техаса. Это единственная, скажем, такая страна, штат, да, мы знаем, что штаты в США это такие мелкие страны, да, со своими какими-то возможными законами внутренними, тоже издал указ, который запретил принудительную вакцинацию. А в странах СНГ идет такая вниз беззаконие, да, у нас вот сейчас рассматривается вариант этого прекращения работы школ, да, там институтов, карантин вводить с 1 числа.
Это при том, учитывая то, что от коронавируса дети переносят вообще в легкой форме, никто вообще не болеет. Ну, там, если болеют, то это сугубо, то есть смертность там около нуля, вообще ее нету, да, от гриппа мы знаем, что смертность она есть. Ну, там о других показателях, вот как раз вчера смотрел этого врача, хирурга с Москвы, да, так он сказал, это тест на IQ. Mm-hmm. Это, да, вот эта вакцинация, ну, скажем, и у меня тоже есть это врач, ну, это незнакомый, вот, скажем, публичный человек, плюс у меня есть мой клиент, он тоже врач в Москве, хирург, аналогично, человек переболел в прошлом году, и я спрашиваю, ну, там, вакцинировались? Он говорит, нет. То есть почему? Потому что, ну, переболел, то есть это не нужно делать, то есть, ну, в таком формате. А ты, кстати, не вакцинировался? Скажем, де юре, да. Это как? Ну, знаешь, это как Крым, да, есть. Де юре он украинский, де-факто он российский, да. То есть, ну, это скажем так. Не, ну так я не понял, вакцинировался или нет? Ну, де юре, да. Ну, понятно. А де-факто это уже такое, это уже личное. Если ты понял, о чем я. Окей. Вот, поэтому, скажем, вот такие моменты, то есть, ну, есть просто много логических вопросов, которые возникают. Есть еще вот тоже врач, изучал на выходных, есть такое понятие, как показатель смертности на 1000 человек. То есть он колеблется где-то в Украине. Я думаю, что в странах СНГ он аналогичный, но я имею в виду там Россию, Беларусь, другие страны, я не знаю, там Казахстан, там Латвия, вот эти прибалтийские страны. Но в Украине этот показатель, где-то индекс этот, где-то в районе там 15-16 пунктов, то есть на 1000 человек. То есть с 2000 года он где-то колеблется в среднем там 14-15-16. Учитывая там, помнишь, были такие моменты, там птичий грипп, свиной грипп, эти показатели не менялись, и на сегодня во время этой пандемии, где все мрут, этот показатель тоже не меняется. То есть, ну, это просто цифры, факты. Мы эти, скажем, как бы финансисты, аналитики, мы это анализируем, смотрим, то есть логический момент. Ну, перейдем к рынку, то есть вот даже у меня есть знакомые, которые всю жизнь они вообще по врачам не ходили, лечились там народной медициной и так далее, лекарства даже там не принимали никогда никакие, но когда ты смотришь новости и ты в это начинаешь верить, то есть такой момент. Ну, давайте перейдем к рынку. Да, давай. По рынку. На прошлой неделе, то есть у нас была возможность с тобой в понедельник встретиться, я советовал покупать евро-доллар, это единственный инструмент, плюс я отметил отметку, что по всем валютным парам возможно смотрится снижение индекса доллара, да, но давал рекомендацию конкретно по евро. Мы, в принципе, с отметки где-то я давал 15.85, то есть вот через ложный пробой здесь была модель, зеркальный уровень, то есть вот у нас был один хай локальный, мы его пробили, оттестировали и ушли, в принципе, локально мы отработались. Напомню, что о данной модели я проводил ранее там бесплатный вебинар на канале Markets, можете посмотреть, достаточно интересная моделька. Мы, в принципе, локально отработали, и дальше у меня какие-то сомнения закрадываются по поводу дальнейшего роста евро-доллара. Я их не исключаю, конечно, потому что я вот сейчас в таком нахожусь моменте. То есть если кто ранее покупал и удерживает там евро выше, там в район там 1.17, мы практически добили, но чуть-чуть осталось, там 1.18 и так далее. Возможно, эту сделку оставить, желательно часть закрыть или там стоп-лосс подтянуть поближе. Потому что здесь вот что-то происходит такое, и мы можем по евро-доллару уйти там чуть-чуть вниз или очень сильно. Вот есть такие предположения. Поэтому я, возможно, скажем, подытожу по евро. Оставить ту сделку, которую там мы попали, часть закрыть, часть, если повезет, пойдем вверх. Также был момент по новозеландскому доллару еще на прошлой неделе, на позапрошлой, я говорил, что удерживать
данную валютную пару, мы, в принципе, вот с этих значений 69 ушли в район там 70-50 вот, до трендовой линии. Я сказал, что скорее мы ее пройдем, если закроемся выше. Вот, закрылись как раз понедельник выше. И, скажем, дошли до каких-то локальных сильных уровней. На текущий момент есть вариант отскока от данного уровня, вот, аналогично, как австралийский доллар, новозеландский доллар. Возможно, пробовать отсюда шортить, хотя здесь очень сейчас сложный рынок такой. Он, в принципе, смотрится на продолжение снижения индекса доллара, но есть какие-то вопросы. И такой рискованный достаточно момент. Возможно, рассмотреть текущих шорт. Это 0.7160 там, с копейками ниже уровня 71.70. Рассматривать шорты со стоп-лоссом за прошлонедельный хай. Это он там в районе там, 72 примерно. Угу. Если мы его удержим, то, возможно, будет какой-то отскок или достаточно сильное снижение по данному инструменту. Если пробиваем, то дальше открывается путь выше. Аналогично по золоту такая же картина. Вот говорили о покупках, о возможных, да, ранее. В принципе, мы локальные какие-то цели сделали еще по золоту там 1800. Целились там на 830, вот эти хаи, которые были в сентябре. На текущий момент аналогично. Вот у нас удерживают уровень там, прошлонедельного, так скажем, максимума, это получается у нас 1800, да, условно. Да. Если мы все-таки его удержим, но здесь сильное поджатие, видно, что дневочки все выше, выше, выше закрываются, и я бы здесь чуть-чуть понаблюдал за этим моментом и рассматривал как шорты с возможным сильным движением вниз, там, в район там, 1750-1700, там, плюс-минус. Точки входа не вижу. Есть она, так скажем, через ложный пробой, возможность текущих вот, рискнуть реально, там 1800 шорт, закинуть стоп-лосс там 100 пунктов по золоту и ожидать сильного снижения. Но это очень рискованная сделка, но и возможно ею воспользоваться. Я сам буду вне рынка пока, потому что очень рискованная. Но, скажем, для пищи, пища для ума, она есть. И для тех, кто ранее покупал там золото, заработал на покупках, возможно рискнуть. Или, если вы верите в дальнейший рост, стоп-лоссы чуть-чуть подтягивать там без убытки или даже в плюсовую зону. Ну и по другим инструментам, в принципе, картина аналогичная, да. То есть пока это очень рискованный момент на этой неделе, то есть работать на рост доллара у меня, потому что он стоит под вопросом. Угу. Вот так. Пока вот так. Виталий. Ну что, спасибо тебе за твою точку зрения. Разумеется, остается только дело за малым, друзья, это следить, как рынки себя поведут на самом деле. Общее видение мы вам дали, принимайте решения, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Ну, даже если эти моменты мы с Виталием не проговариваем, вы всегда должны знать, что они подразумеваются вообще априори, как таковы. Это обязательно. Виталий, ну что, тебе хорошей торговой недели. Следующая встреча у нас как раз будет за несколько часов, условно говоря, перед заседанием Банка Канады и за день до заседания Европейского центрального банка. Поэтому заранее, наверное, было бы неплохо, если бы у нас с тобой получилось и технически, и фундаментально оценить фон по канадцу и по европейской валюте. Вот как раз это анонс да. Торговых идей сделать, друзья, на эфир среды. Ну что, еще раз хорошей тебе торговой недели, друзья, так же, как и вам. И до скорой встречи. Пока. Пока.